уважаемые люди, джентльмены, господа и гости столицы. Вот. Вот такая красота открывается нашему взору. Сейчас, секундочку. Так, сегодня у нас 9 октября, время 6:30, пятница, 20-й год. Есть у меня 3-4 часика. Вот. Сегодня вроде как бы рабочий день, но есть дела, которые не могут, как говорится, без моего вмешательства не решаться. Первое. Второе. Значит, что у меня? У меня сегодня по снастям, а то все забеспокоились о катушке Елене. У меня сегодня катушка Елена, мононить, монолеска, ой, мононить, гамма 0,10, и спиннинг Траут Эйдж Кайман. Здравствуйте. Так, ну что, братцы, рвать. Извиняюсь за экстренное выключение. Пришел дедушка-пенсионер. Ну, не мог я ему места не уступить. В общем, короче, сегодня у меня переделанный в скелетник Кайман Траут Эйдж. 1,98 м длина. 0,57 грамм тест. Вот так все это стало выглядеть. Спустил также рукоять вниз. Не хотел я его трогать, но палка очень похожа на тропару от 0,5 до 2 построю. И тягать 90 грамм в руке, ну, честно скажу, блин, тяжеловато. Залез вот в такую умуляку сейчас. Что, будем пробовать что-то изловить, не знаю. Ну что, первый авторитетный такой симпатичный боец есть. Очень даже... Не зря сюда приехал. Сейчас на берег вышел за инструментом, потому что подзаглотил маленько. Кто на меня ВКонтакте подписан, друзья там мои, подписчики, да? И видели, вчера я выкладывал. О, красота какая, а? Гляньте. Выкладывал я вчера спиннинг. Короче, это не я покупал, говорю сразу. Это подарок моего любимого, дорогого оператора. В общем, вот такую штучку я купил. Бугарси Дипломат Нано. До 2,5 грамм. Четырехчастник. Ну, ребят, чуть попозже я на него оборудую. Вот. Сейчас интересно, что с Кайманом. У меня получилось, пока мне все нравится. Вот. Единственное такое, наверное, новшество в разнесенке, я вот сюда не ставил ничего доставлять. То есть сделал просто катушкодержатель голый. И все. И вот честно скажу, сейчас не жалею. То есть хват у меня стандартный. Видите, да? Бланк, соприкосновение бланка с ладонью стало больше. Вот, мне все нравится. Вот, спиннинг стал заметно, естественно, легче. Баланс с этой катушечкой вот такой. Вот, ну, чуть-чуть подальше, да. Любовь моя сдвигать палки, рукояти слишком далеко. Вот, ну, посмотрим, в общем, пока все нормально. Вот, присел товарищ. О, как палочка отрабатывает, отлично. Это и заглотил. Ну ты жадный какой, а? Такой вот симпатюк. Да, не зря на мель пришел. Вот как чувствовал. Давно меня здесь не было. Кстати, спасибо огромное Андрею за предоставленный спиннинг. Все было очень оперативно сделано. То есть оплата прошла, и в тот же день прям палка была отправлена. Так что Андрею огромное спасибо. Сейчас фамилию не помню, напишу обязательно в описании.
И бонусом мне спиннингу. Сейчас покажу. Положили вот такие приманочки. Вот такой фирмы. Ну, это, ребята, литейщики. Тут нарезка, но это я вчера делал. А внизу типсики. Самый весь прикол в том, что мне нравится, они не перекрашиваются. Видите, разные цвета лежат. Розовые, белые, желтые, коричневые. То есть вообще лежат, хоть дефик по деревне. Сейчас на них ловлю. Ну так, ради интереса погонять. Надо же. Ой, красота какая, а, на улице. Тихо, ветра нету. Ах ты, потяжка была. Солнышко встает. Просто изумря. Там в одном фильме это говорилось, да, говорит, а лепота-то какая. Так, ну что, братцы рыбаки, переехал я на другое место. Вот такая мелочь. Ну это, блин, оттас какой-то полный. И это просто алискапут. Где же рыба-то вся нормальная? Господи, боже мой, как мне эта мелочь-то? Уже надоело. Не, прикольно, конечно, это. На палочку такую вытаскивать, она там гнется, все дела, но что-то как-то поощутимее хочется. Поощутимее брать не хочется. Самый прикол в том, что вот друзья ходят сюда, да, с микроджигом, и он говорит, тоже тишина. Они-то вообще почти с нулями уходят. Он говорит, кое-где, кое-как. Октябрь месяц. Вода цветет вовсю, блин. Господи, это какой-то атас полный вообще. Так, ну что, братцы рыбаки, достаю ножик. Торжественное перерезание этой, как ее называется. Господи, забыл, целлофана с рукояти. Вот. Еще раз огромное спасибо Андрею. Говорю, за оперативность и за, как говорится, быстрый высыл данного спиннинга мне. Отловил, он что-то мне сказал, раз 5 или 6. Брал ее на море. И по каким-то причинам он ее решил продать. Но есть и немножко неприятный такой. Сейчас контекст. Это не касается, вернее, это к Андрею не имеет никакого отношения. Вот. Короче, катушка. Когда на 800. Гуляет, как не знаю что. Не зажимает ее катушка держатель. Лапки короткие видно. Или вот здесь вот толщина маленькая на лапке. В общем, болтается она здесь как в проруби. Ладно, сейчас включу. Так, ну, в общем, поставил я катушку с Алиэкспресс. Блин, ребят, вот как она называется? Я хера... Вот, не, простите, но я в английском. Не знаю. Вот она встала нормально. Тут и лапка катушки-держателя побольше, и сама высота лапки. Короче, и это, как ее, второуглеродная леска, тоже соли. Сейчас оснастимся и попробуем. Абугарсия, дипломат нано. Так, ну что, первое ощущение с горячих рук, так сказать. Ребят, ну вот честно скажу, я от этой палки ожидал большего. Нет, я в ней не разочарован. Даже кто-то много спрашивал у меня, а почему ты стал, ударился в тревел. Ребят, ну, проблемно. Очень хотел я телескоп, очень. Ну, увы и ах. К большому сожалению, телескоп найти с данным тестом, это очень сложно и проблематично. Вот. Так как все-таки в планах у меня есть... мысля поездить, так сказать, попутешествовать, естественно,
так как телескоп недоступен, тревел в плане путешествий намного удобнее. Ожидал я того, что она будет помягче чуть-чуть. Вот чисто построю своему. Я вам скажу, мне Blackadder 1.8 нравится больше. Ее, конечно, бесспорное преимущество обушки, то, что она четырехчастник и собирается достаточно в компактный чехольчик, тубус, но как-то я думал, она помягче будет чуть-чуть. Но это пока предварительно, посмотрим, конечно. Ветер усиливается, зараза. Чувствует мое сердце, придется мне на 0,4 или 0,5 переходить скоро. Так, ну что, братцы рыбаки, за полчаса рыбалки первый мелкий микропищный окунец. Я не знаю, передаст камера или нет. Но вот в этом месте прям четко видно, палка практически не... Ну, она сгибается, конечно, шпигот очень тонкий. Но как-то вот, блин, мне это вот напоминает, знаете что? Мне самодельный спиннинг присылали на тест. Ощущение такое создается, что я ловлю спиннингом 0,5, 3, 4. Притом строй фаст. Я не знаю, чего по нему народ с ума сходит. Ну, по моей интонации, наверное, немножко понятно, что я не то, что палкой недоволен. Я прекрасно понимаю, что я даю себе отчет, что это тревел. Да, естественно, все эти соединения придают жесткость спиннингу. Но что-то за такие деньги, что по нему с ума народ сходит, я не знаю. Честно. Вот, опять же таки, я его, конечно, сравниваю со спиннингом целевым, но по мне Blackadder, да даже тот же самый Street Racer интересен. Да, он сгибает, вон, окунец был мелкий. Очень. Вот. Ну, что-то как-то вот сходить с ума по нему за такие бабки. Единственный его плюс, да, он позволяет работать с весами 0,3 грамма и выше. И то, что он тревел. Вот как бы все на этом, честно. Я, конечно, товарищ не особо избалованный в дорогих спиннингах, но передержал. И имею я их немало. Во-первых, меня убивает вот это вот утолщение вот здесь вот. Берешь рукой, я начинаю испытывать дискомфорт вот здесь вот, когда сжимаю. Мне вот эта толщина здесь, она вот как бы не очень нравится. Не то, что не нравится, уже прям практически подбешивает. Не знаю, ну, опять же таки, все выводы пока предварительные. Вот. Ну, так вот чисто, я говорю. По отработке он очень клават. Я говорю, мне Blackadder в этом плане очень нравится. Вернее, не очень, а больше. Ну, такая секилявка клюет. Ничего сделать не могу. С глубины тишина, вдоль берега вот такая шелупой. Приманки Яна поставил. Такой розовый цвет. Типси. Что-то как-то прям... Да, в плане путешествий, в плане там поехать, взять его с собой, цены ему нет, конечно. Но по отработке, по своему строю, я, конечно, ждал лучшего. Вот честно. Что-то как-то вот, блин, как-то что-то не айс мне. Это палочка? Мне хоть стреляйте. Еще могу сказать, да, вот по ловле беля, многие говорят, надо
Проводки интеллигентные, мягкие, качающие. Вот этим спиннингом это делать я не знаю. Если на какой-нибудь микроречке разговор идет ловить, да, грубо говоря, в отвес, ну, в каких-то там затяжках, бычажках, да, согласен, он пойдет. То есть вы приманку кинули метра на три, ее чуть подернули, рыба села. А вот на большой воде что-то интеллигентное им делать. Ну, по мне, я опять же таки, да по мне Black Dragon, блин, универсальный, вот честно. Что-то такая палка, блин. Честно скажу, ожидал большего. Вот она мне по своему строю напоминает Фарио. 0.05.03. Ну, еще один. Покрупнее, по-моему. Бородяга попался. Да. Ну, чуть посимпатичнее. Ова. Да, кто-то по окуням отрывается, а у нас, как всегда, тишина. О. Жутко симпатичный боец. Да, таких бы побольше бы. Вот сейчас палочка включилась вся в работу. Да, было бы уже более-менее приятно. Я говорю, дергаешь и 0,5 по дну, как это. Как микроджиговой палкой. Абсолютно свободно. Да. Ай, мимо. Так, ну что, братцы рыбаки. Вот такая шлупань, даже со дна. У нас все затягивает, он, я так понимаю, дождь будет попозже. Он берет отвратительно. Ну что это такое? С той стороны то веселее. Ветер разошелся, он на 0,5 перешел уже. Ну что-то атас. Единственное, ну, по спиннингу опять же таки, могу сказать так, что чуйка хорошая, очень даже мне нравится. И еще раз повторюсь, то, что он travel bottom. Ух ты, ё. Ах ты, собака, в траву завел, сошел. Тычка была хорошая. Ты гад. Вот. Как-то, в общем, вот такие пироги. Я говорю, чисто там для путешествий каких-то, да, палочка очень такая интересная, блесенки, даже, наверное, какие-то воблерки погонять ей можно быть, мелкие. Вот. Ну вот чисто так вот, как некоторые товарищи говорят, деликатные проводки какие-то делать, это я не знаю. Это, блин, коловат он, конечно, для этих целей. Я бы даже сказал, очень коловат. Рыба-листик. Вот, блин, клюет завидно постоянством. Особенно осенью и весной. Весной обычно со дна, по осени берет с поверхности. Зараза такая. Ой, ладно, включусь. Что-то ветрище задуло, аж прям бррр, холодно. Так, ну что, ребят, вот такая шелупонь. У нас начался дождик. Поэтому так расходится хорошо. Если что, завершать видос буду дома. Если сегодня плащ забыл, то все как положено. И очередной детеныш. Я даже могу больше сказать по спиннингу, что если бы не расслабленный фрикцион, слив рыбы вам гарантирован. Это 100%. Ага, вот если его взять, и вот
как-то вот, блин, я не знаю. Ну, не айс, не айс. Не алё. Ждал я от нее побольше, конечно. Но, с другой стороны, я ее, скорее всего, буду разговаривать с Сергеем Александровичем. И, наверное, постараюсь ее здесь, ну, не я, а он, по моей просьбе, переделать рукоять. Потому что мне вот эта вот выпуклость вообще не нравится. Абсолютно. Я не любитель толстых ручек, поэтому... Ух ты! Это что-то уже чуть-чуть поинтереснее. Сразу в эти ветки тащит. А, покрупнее чуть-чуть. А, чуть-чуть покрупнее. Буду разговаривать, наверное, пробовать шарнир КТ приманки Андрея. И такой вот. На тему.